Всем привет, дорогие подписчики, зрители, гости канала, друзья. Ну что же, с вами Диман. Сегодня мы будем играть в игру GTA 5 и смотреть на ее моды. В общем-то, друзья, сегодня не будет на зомби-апокалипсиса, хотя тачки некоторые взяты из зомби-апокалипсиса, и они что-то везде разбросаны. Я думаю, что их приберут и больше они нам не будут мешать. Короче, друзья, сегодня у нас будет обзорчик на Nissan Skyline. Я хочу его сделать специально под известный вам Nissan Skyline Брайана О'Коннора. В общем-то, друзья, я думаю, все смотрели Форсаж и все знают, что это за мега эпичная суперская тачка. И, в общем-то, сегодня у нас будет такой же раскрас, и все будет практически такое же. Попытаемся воплотить это все в реальность в игре GTA 5. Также, друзья, можно немножечко здесь подрифтить, как бы. Я говорю, подрифтить. Так, подождите, пару секунд, друзья. Так, друзья, ну чё, короче, немножечко дрифт-мод наш нахитнулся и сказал, я больше не буду работать. И, короче, друзья, я понял, что и даже без дрифт-мода мы можем спокойно здесь дрифтить и даже быть на высоте и вытворять такие штуки, что просто никому не снились. В общем-то, друзья, сегодня у нас будет действительно масштабный такой обзорчик, состоять из нескольких минут. Не буду его сильно затягивать и, наверное, таки давайте сразу же мы отправимся в Los Santos Customs. Тут у нас еще и тачка немножко уже подразбита, подушатана, но не суть, а важно. В общем-то, друзья, все это мы делаем чуть позднее. Посмотрим, сделаем краш-тестик, и пока что давайте попробуем мы ее немножечко разукрасить под цвет машины Брайана О'Коннора. Вообще, честно сказать, я уже немножечко подустал снимать зомби-апокалипсис, но мне эта тема нравится, и я буду ее снимать, пока она себя не исчерпает. Но надо что-то новое, согласитесь, да? И сегодня я понял, что что-то надо делать, и надо делать именно то, что я так давно хотел, именно известные тачки в игре GTA 5. Так, надкрылки ни нахер не нужны, они там и не были. Вообще, маленькая история, откуда у Брайана появился данный Ниссанчик, я вам чуть позже расскажу. Пока что мы поставим все это дело вот именно сюда. Ну, не будем мы это все, конечно, колхозить, оно нахрен здесь не надо. Мы как бы хотим сделать именно ту тачку, которая была у Брайана, а не тачку, которую мы уже сами придумали. Так, ну это, понятное дело, нам нахер не нужен клаксончик фары. Ну, можно, конечно же, поменять цвет фар, чтобы было более-менее красивей. Также номера, как бы, ну, они здесь вообще не важны, пускай будут белые. И окраску, друзья, как бы окраска здесь по-любому нужна. И, честно сказать, наверное, металл мы возьмем. Нет, металл мы не будем брать. Перламутровый тоже мы как бы неохота хотелось бы брать. Нет, это все херня. Мне необходимо что-то типа классического цвета и, наверное, такие поярче, да? А классический поярче у нас, видимо, тут не имеется. Или имеется как бы красный. Мне нужен белый, прям четко-четко белый. Не розовый, не оранжевый, четко-четко белый, чтобы было все, как я хочу, скажем так. Я надеюсь, что все-таки найду я белые тут. Вот это... Нет, вот, кстати, вот из... Инистый белый, он как бы похож, да? Согласитесь, друзья, вот это уже тачка получается. Вот это его цвет, я уверен, это его цвет, поэтому оставим пока что именно так. Каркас безопасности, ну он тут нахрен не нужен. Хотя он был, по-моему, да? Или не был? Кстати, по-моему... Нет, он там не был, я уверен, поэтому... Или был, по-моему, был. Короче, срать, давайте мы его все же не будем ставить, чтобы не колхозить опять-таки тачку, чтобы было все у нас замечательно. Спойлер у нас стоит тот, который необходим. Подвеску можно, конечно, чуть подзанизить, потому что слишком высоко он себя чувствует, ведь у Брайана он был действительно заниженный, это я точно помню. Трансмиссию мы также ставим гоночную, ну и, в принципе, турбонаддув также бы нам необходимо было бы поставить. Колеса даже колхозить, хотя белые можно было бы сделать, да, колеса, цвет колес, уже тут немножечко мы... А, цвет колес. Ваш транспорт должен иметь заказные колеса. Вот это да, вот это да, вот это не то, что бы я хотел. Хотя пускай будут вот эти вот, в принципе, или что. Эксклюзивчик, что у нас тут есть по эксклюзивчику? Что-то подходящее мы должны нарыть, в принципе. Подходящее к такому, я думаю, мы не найдем спорт. Хотя можно вот тут что-то попробовать поискать, как бы. Ну, в принципе, что-то типа такого мы можем поставить и, в общем-то, оставить именно в таком плане. Ну и дизайн шин мы немножечко изменим, и, в принципе, теперь у нас будет действительно даже лучше, чем у нашего Брайана. Тачечка вышла. Давайте мы ее немножко протестируем на скорость и, соответственно, потом уже сделаем соответствующие выводы. Это очень-очень красивая тачка, на самом деле, друзья. Вы можете посмотреть по раскрасу, абсолютно идентичная, что и в самом фильме, в принципе. Ну, немножко колеса мы поменяли, чуть не такие могут быть. А так все, в принципе, практически так же, как и в самом фильме. Поэтому, друзья,
Капец, она неуправляема. Ёптана, она просто зверюга. Она просто рвет в моих руках. Я охерею от того, что мы сделали, друзья. Это просто жесткая тачка. Это зверюга, конкретная зверюга. Сегодня я не буду говорить про характеристики этой тачки. Не буду рассказывать, что под капотом и так далее. Потому что это нахрен никому не надо. Мы будем наваливать, друзья, и смотреть, насколько она мощная и охренительная в моих руках. Давайте мы, наверное, уберем трафик, потому что он нам нахрен тут не нужен. No cars выберем сейчас. В принципе, объекты поудаляем нахрен. Кстати, вот эти объекты, наверное, не удаляются. Ну и пох на них, короче. Давайте дальше. В общем-то, я бы также хотел немножечко поставить себе спидак в километраже. И будем смотреть, что же у нас теперь за тачечка. Короче, до соточки, наверное, мы ее сейчас разгоним вот на этой прямой. В принципе, давайте мы засечем. На счет три. Раз. А, и надо погодку нам улучшить, потому что погодка меня вообще не радует в ЭЗ, экстрасане. Отлично, друзья. Все, в принципе, на счет три. Раз. Я буду как-то относительно говорить, не буду с 100% точностью, но, в принципе, сейчас мы это все дело быстренько подсчитаем. Два. Три. Пять. 5 секунд, друзья, 5, плюс-минус там доли секунды, но 5 секунд до сотни у этой тачки. Это просто зверюга, мать вашу. А какой дрифтяр это? Все же нам может что-то здесь сегодня показать. Давайте немножко покатаемся по нашим улицам и посмотрим, на что она способна. Я буду наваливать на ней по полной, друзья, ведь этот видос будет чисто по наваливанию на этой замечательной тачке. Никаких характеристик, никакой болтовни и всякой хрени, которая вам не нравится и не нужна в 300 раз. Так что, друзья, чисто наваливаем, чисто просто дрифтуем. Это жесткая тачка, друзья, здесь в GTA 5. Тачка Nissan Skyline Брайана. Это просто жесть. Сейчас мы красивенько так покатаемся здесь между всяким говнецом, которое здесь раскидано. И, возможно, таки потом на гору Челят мы слетаем и посмотрим, насколько она мощна в плане каркаса. И вообще, сможем ли мы ее уничтожить. Конечно бы не хотелось, но чисто для того, чтобы посмотреть на это дело со стороны устойчивости. Да ёб твою налево, господи, каждый столб и уже немного царапины на каждом кузове. Так вот, чисто посмотреть на устойчивость и вообще на то, как долго она будет жить, это необходимо. И, в принципе, я думаю, никто не будет против. Так, ладненько, давайте мы немножко еще покатаемся. Я думаю, в принципе, подрифтовать на ней может быть. Но, к сожалению, что-то дрифт-мод у меня вообще отказывается на ней работать. Поэтому уж извините, друзья. Уж извините. Ладненько. Давайте, наверное, отправимся на гору Чилиат фастом. Ну, кстати, она вообще, честно сказать, по тому, как я ее управляю, она очень сильно... Тихо, что-то загорелось, но не то, что надо. Так вот, очень сильно пытается держаться на дороге, то есть она хватает абсолютно всю дорогу, и ее прям вот если раскручивать, она все же будет устойчиво на ней стоять. Так, 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 тихо, 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 тихо. Убрать нахрен нам плохую погоду. Меня она реально уже задолбала. Как бы вот так вот у нас будет все замечательно в сегодняшней серии. Так вот, по управляемости она действительно управляема. То есть чуть-чуть влево-вправо, и она уже, даже не слушаясь, просто поворачивает прям резко. Это меня радует. То есть сами можете попробовать, в принципе, и посмотреть. Я сейчас хрень не скажу. Она действительно хорошо управляемая и очень-очень хорошо держится на дороге. Ну и, в принципе, до сотни она разгоняется очень быстро. Короче, друзья, давайте мы ее на горку загоним, посмотрим, что же можем мы на горе с ней сделать. Так, вот именно вот сюда, где-то вот, где-то в этом месторасположении мы ее спавним, в принципе. Тихо, вот так вот. Ой, как хорошо, практически в том месте, где бы я и хотел. Так, ну что же, я думаю, ремонтировать ее вообще нет смысла. Ну или все-таки отремонтировать. Мда. Мда уж, охренительно, друзья, просто замечательно, мы немножечко застряли. Так. Ах, зараза. Не хочет спавниться. Давай, вот тут вот. Еще и лагает, зараза, из-за модов, которые здесь просто до хрена. Надо почистить GTA-ху, на самом деле, чтобы не лагало, потому что меня это уже немного настораживает, что сейчас будут всякие вылеты и многое-многое другое, короче. Где-то здесь мы ее спавним, как бы, да? Не, не здесь, не здесь. Чуть-чуть мы промахнулись. Вот здесь мы ее спавним. Да господи. Ну, кстати, она уже как бы... Не, она очень быстро разбивается и... Тоже плюсик свой. Тоже плюсик, как бы, проработано детально и много времени на это ушло. Так. Тихо. Вот так вот.
Вот так вот. Ну, посмотрите, друзья, она практически разбита, но в то же время она как бы еще и бодрячком смотрится, да? Так что давайте мы ее немножко спустим, как бы. Сейчас спойлер отлетел. Охренеть, нет, спойлер держится. Нормально, нормально. Друзья, сегодня будет реально эпичный краш-тест, ведь она вообще не хочет разбиваться. Ну, как бы разбивается, но это настолько красиво. Тихо, вот так вот. Ну, посмотрите, короче, несколько раз мы ее скидывали, получается, не до конца. У нее отлетали всякие части, то есть бампера какие-то тут, двери на месте. Ну, только бампера и немного царапины, больше ничего, в принципе. Поэтому давайте мы ее немножечко сейчас подректуем, чтобы было все чики-пуки. И сбросим уже нормально с горы, как мы и планировали. Так, 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 так. Вот таким макаром мы осторожненько спускаемся. Короче, все, посмотрите, друзья, идеально целая, чистая, не поцарапанная, не дряпанная, отправляется в преисподнюю. Погнали! Уже радует. Приземлилась на крышу и не взорвалась. Уже радует. Прям хорошо так радует. Опа-на, вот это отлет. Вот это уже залет, как бы. Она, мне кажется, сегодня выдержит данный краш-тест, ведь уже упавши на крышу, обычно тачки взрываются. Вот, вот сколько могли бы вы смотреть краш-тестов, всегда были моменты, когда просто моментальный взрыв. Вот и все. Здесь взрыва не было, это радует меня. Так, пытаюсь как-то управлять ею, но трудно получается на самом деле. Так, ладно, погнали дальше. Хватит, отдохнула и погнали. Как бы хочется трэша, хочется большего. Давай, давай, детка, выживай. Если ты выживешь, я просто буду орать от счастья. Друзья, она не только управляемая, скоростная, но еще и неубиваемая. Это огромный плюс этой тачки. Ёпта, как ее раскрутило. Жесть какая-то. Тихо, отлично. Наваливаем дальше по горе, херячим просто на всех. Турбины, все, все включаем. Кстати, и тут нитро еще было, но нитро у нас, к сожалению, нету. Так вот, историю немного расскажу. Ну, сейчас мы слетим, короче, забыл про вообще про историю, как бы. Откуда появилась у Брайана О'Коннора эта тачка? Ну, на самом деле, друзья, он был изначально до Форсажа 2, когда он вышел на экраны. Он был гонщиком. Я смотрел видос, где это все, этот момент был показан. В общем-то, он был гонщиком, он насобирал несколько денег, короче. Перед этим он брал тачки, получается, у какой-то тёлки, он взял какую-то Мазду, по-моему, если не ошибаюсь, и, в общем-то, на ней он гасал несколько раз, потом, короче, менты там то-то-то-то-то, девку подставил, ну и в итоге потом он насобирал бабок для того, чтобы можно было купить себе свой Ниссанчик, купил Ниссанчик, он был серого цвета, в общем-то, потом он его перекрасил, также участвовал в гонках, 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 потом он... Ну, в общем-то, вы знаете, потом он уже встретился с Домиником и его командой. Так, ну что же, последний раз мы ее отправляем в преисподнюю, как бы, друзья. Смотрим, что будет. Это уже второй краш-тест, если она его выдержит, то просто, я не знаю, я поставлю огромный плюс, жирный, причем плюс этой тачки, и скажу вам всем ссылочку на ее скачивание, чтобы вы скачивали и радовались. И так же, как и я, вопили от счастья. Так, отлетели, я вижу уже фары. Фары задние на правой стороне просто отлетели, но... Неудивительно. Отлетела, получается, у нас еще и дверка. Вторая держится. О, багажник полетел. Отлично. Я не уверен, выдержит ли она третий краш-тест, но мне кажется, выдержит. Прям жопа чую, друзья, выдержит. Так, давайте перевернем ее слегка. Да она просто неубиваемая, друзья. Она хочет еще, говорит, давай, поддай газу мне, поддай под жопу. Она этого хочет, она просто просит, выпрашивает у меня. И ничего не... Мне ничего не остается, как только спускать ее с горы каждый раз, пока она не взорвется. Но она неубиваемая в плане даже... Посмотрите на сход. Развал, он как и был, так и остался на своем положении. Я херею от того. На развал схождения, точнее. Обычно тачки уже после такого, они не выживают. А тут совсем иная схема, друзья. Так, еще один бамперочек отлетел. Ну, тачка все еще на ходу. И даже, друзья, что хочу сказать. Давайте мы ее немножечко между пропустим. Вот так, вот как-то так. И даже, я могу сказать, даже колеса практически не погнулись. Давайте мы третий раз ее спустим. Последний, заключительный, как говорится. Третий раз на счастье. И, наверное, таки вот отсюда мы ее спустим сейчас. Так, отлично. Ну что, погнали. Вот так вот. Уже меня радует. Такого плана у нас не было. Так, ой, замечательно-то как. Вот так вот, отлично.
Ох ты ж, твою дивизию сейчас взорвется, я чувствую. Так. Отлично. Жесть. Она еще жива. Я офигею. Я такого еще не видел. Отвечаю. Я сколько тачек уже скидывал с этой горы. И такого я не видел. Неужели Nissan настолько прочный? Вон, фары последние отлетели сзади. Что можно скидывать сколько угодно его с горы и... уничтожать, 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 и он все равно будет ехать и просить еще, еще и еще. Неужели это на самом деле так? Так, осторожно. Осторожно, тихо, отлично, развернулись, погнали. Не, ну ее уже перекручивает, но это неудивительно, гараж все-таки. Опа-на! Друзья, мы ее добили, мы ее просто добили. Третий раз. Третья попытка, и мы ее уничтожили. Друзья, ну что же, мы немножечко восстановили наш Ниссанчик. Скажу сразу, друзья, ну что же, мы восстановили наш Ниссанчик. Хочу сказать сразу, что это действительно мощнейшая тачка. Она красивая, скоростная и неубиваема, потому что три раза с горы Чилиады только на третьей взорваться, это просто уму непостижимо. Короче, давайте так, набираем 500 лайков на этом видосе, и я вам даю ссылочку на ее скачивание. Сейчас, кстати, она стоит без турбины, без нифига, и двигатель старый, стоковый, поэтому не удивляйтесь, если она не будет валить. Сейчас попробую немножко подрифтовать на ней напоследок, и, короче, вы меня услышали. 500 лайков, ссылочка на этот мод, на эту тачечку будет у нас в описании сразу же причем. И можете также ее немножко тюнинговать и, соответственно, создавать, как у Брайана Коннора, ну или же придумывать свою окраску. Самое лучшее в комментарии, фотка и на хостинг картинки, и мы будем опубликовывать в следующих видосах. Так что, друзья, давайте, дерзайте, будем лучшие работы, конечно же, ну, может быть, в конце следующего видоса опубликовывать. Так, ладненько. Ну, даже могу сказать, что и без дрифт-мода она неплохо так себя чувствует на дороге и дрифтует, будь здоров. Короче, все, на этом я, наверное, таки окончу этот видос. Если понравилось, обязательно ставьте лайки, говорите, как вам идеи, типа, создавать тачки по мотиву именно какой-нибудь игры, форсажа или же какого-нибудь фильма. Я буду это делать и показывать вам каждую новую тачку, ну, или же уже известную. Все, ребят, всем удачи и... Не-не-не, последний напоследок надо красивенький заворотик. Так, не лагай только. Тихо. Ой, не так. Вот не так, вот не хочу я так. Давайте вот сейчас красивенько просто сделаем, как я и хотел. Да, блять, вот это еще поставили сюда, уроды. Тихо, вот так, раз, два... Сейчас все будет, друзья, сейчас все будет, я чувствую уже, я это чувствую, сейчас будет охренительный дрифт в моем исполнении. Да сволочи, господи, пока объедешь все это говно, устанешь, блин. Так. Ну, что-то типа того, короче, друзья, все равно она даже дрифтует без мода, как я уже сказал, и можете, короче, наслаждаться этой машинкой. Всем пока!